Дамы и господа, в акватории спортивного эфира телеканала Матч ТВ «Прыжки в воду». Для вас работает комментатор Андрей Симонов. И сейчас мы в прямом эфире будем переживать за Никиту Шлейхера. Это второй розыгрыш комплекта медалей в прыжках в воду сегодня. Уже, напомню, разыграли медали девушки в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Вы только что видели 5 финальных запрыгов. И наши девчонки Екатерина Беляева, Юлия Тимошинина заняли второе место. Увы, увы, конечно, обидно. Если честно, казалось, что уже золотая награда в кармане. Но. Будем надеяться на Екатерину Беляеву, на Юлию Тимошинину уже в индивидуальных прыжках с вышки. Напомню, что 2 финала в прыжках уже состоялись на этом чемпионате Европы. И в этих двух финалах везде мы на пьедестале подсчета. В командах Юлия Тимошинина и Женя Кузнецов заняли 3-е место. И в синхронных прыжках с вышки у женщин наша сборная завоевала серебряные медали. Ну и теперь первый вид программы в индивидуальных прыжках у мужчин на этом чемпионате Европы. Метровый трамплин. Здесь мы будем переживать за Никиту Шлейхера. Еще один россиянин сегодня представлял нашу страну в квалификации. Егор Лапин из города Бузулук. Подопечный Михаила и Татьяны Постниковых. Известнейших тренеров. Я напомню, что это семья тренерская. В свое время воспитала братьев Доброскоков, которые ковали славу российским прыжкам в воду. Так вот, Егор Лапин, дебютант этого чемпионата Европы, он занял в итоге 19-е место в квалификации. В принципе, довольно-таки неплохо выполнил всю свою программу, но завалил, откровенно завалил второй прыжок 305С из передней стойки назад. 2,5 оборота в группировке. По-моему, сумма 22,5 балла. Не по-моему, а точно. И этого, эта ошибка не позволила Егору Лапину пробиться в дюжину сильнейших и представлять нашу страну в финале. Здесь же мы, еще раз скажу, болеем за Никиту Шлейхера. Это Светлана Борисовна Моисеева, главный тренер сборной России по прыжкам в воду. Первая, кстати говоря, в истории нашей страны женщина, главный тренер сборной России по прыжкам в воду. И, соответственно, здесь Светлана Борисовна работает, помимо прочего, еще и арбитром. Итак, старт-лист на ваших телеэкранах. Никита Шлейхер будет выступать под 6-м стартовым номером. И сегодня, напомню, большой спортивный аквамарафон у нас в прямом эфире на федеральном телеканале. Целиком и полностью мы показываем чемпионат Европы по водным видам спорта. Поздравляем российских синхронисток. Напомню, что в дуэте, в технической программе, Свенка Лесниченко и Варвара Субботина выиграли золото. Далее произвольная программа в микс-дуэте. Я искренне лично поздравляю Майю Гурбанбердиеву и Александра Мальцева. Они выиграли для себя второе золото на этом чемпионате Европы в произвольной программе, в миксте. Ну, действительно, кайфанули. По-молодежному скажу. Получили кайф, удовольствие от своей программы и заслуженная первая позиция. Ну и поздравляем нашу великолепную солистку Светлану Колесниченко. Она также завоевала золото свое очередное в произвольной программе совсем недавно. И у нас открывается финал.
метровый трамплин. И открывает этот финал поляк Андреж Рыжуштек. Его первый прыжок. Да, мы видим летом прыжок 4-го класса. И задние стойки вращения вперед. Полтора оборота летом. Такой эффектный прыжок. Но коэффициент трудности не самый высокий. 2,9. Коротко о правилах. Это уже индивидуальные прыжки. Это мужчины. И здесь мы с вами увидим 6 раундов. 6 раундов, 12 финалистов, среди которых Джек Ло. Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в индивидуальных прыжках. Тоже с трамплина, но с трехметрового. Нет, прошу прощения, он серебряный призер в трехметровом трамплине. И олимпийский чемпион в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Разношерстное представительство у нас в финале. Поляк, испанец, вот ирландец. Сейчас прыгнул Оливер Динглер. Далее будет француз, швед, россиянин, два британца, Хитли и Ло. Два итальянца, сильный Точи и Маргалия. И два швейцарца. Получается этот прыжок испанец. Но вообще испанская школа прыжков не самая сильная, не самая высокая, но парни атлетичные в Испании, поэтому мы традиционно в финалах в этом виде программы регулярно видим парней из Пиренейского полуострова. Почему? Потому что метровый трамплин в первую очередь для того, чтобы хорошо прыгать на метровом трамплине, нужно обладать великолепными скоростно-силовыми качествами. Нужно дожать, продавить трамплин, посмотрите, да? Прыгнуть высоко, легко. Для того, чтобы получилось вращение красивое, для того, чтобы выполнить все элементы. Поэтому, как правило, на метровом трамплине работают такие, знаете, атлетичные спортсмены. Хорошо сложенные. Вообще, вид программы метровый трамплин, он уже давно культивируется и в мире, и на чемпионатах Европы, но не является олимпийским видом программы. Хотя, мне кажется, дисциплина очень зрелищная и вполне возможно, когда-нибудь станет олимпийской. Итак, к снаряду подходит Винка Парадзик, представитель трекрунор, швед, северянин. Мы вот видим по цвету кожи, такой бледненький. Ему 25 лет, и он выполняет прыжок из задней стойки вперед в группировке 2,5 оборота. Коэффициент трудности 3,1, неплохой прыжок, рядышком со снарядом выполняет этот прыжок Парадзик. И пусть он не такой мощный, но тем не менее отталкивание у нее хорошее. Все 5 фаз прыжка на должном для шведа уровне. Исходное положение. Толчок, полет, вход в воду. Вот мы видим семерки, 7,5 за этот прыжок получает в среднем швед. И внимание, Никита Шлейхер, россиянин. Выступает сейчас за Казань Никита Шлейхер. И очень психологически устойчивый парень. Дебютировал в национальной сборной России в 2014 году как раз-таки на чемпионате Европы. Совсем недавно ему исполнилось 20 лет. Выполняет точно такой же прыжок из задней стойки вперед. 2,5 оборота. Достойно! Достойно, Никита, молодец!
Коэффициент трудности 3-1. Я напомню, что у сборной России на этом чемпионате Европы нет пока золотых наград, хотя позади уже два финала. И вот мы все вместе очень надеемся на Никиту Шлейхера. Очень психологически устойчивый парень. Нормальный прыжок. Почти 70 баллов набрал за свою первую попытку Никита. И Джеймс Хитли, британцы. Британцы здесь уже в прыжках в воду выиграли золото. Напомню, буквально несколько минут назад завершился финал в синхронных прыжках с вышки у девушек. И там дуэт из Британии опередил чуть более чем на один балл наш дуэт Тимошинину и Беляеву. К сожалению, мы расстроились, но я надеюсь, Шлейхер реваншируется за наших девчонок. Британец красиво, легко. Высоко, винтовой прыжок на метре, это всегда эффектно, но обратите внимание, как далеко от трамплина оттолкнулся британец. Поэтому вроде бы визуально красиво, но далеко от трамплина, от снаряда произвел свой прыжок Хитли, и поэтому высоких оценок не получит, на уровне семерок, наверное. Да, так оно и есть. Даже один арбитр поставил 6,5. Сумма невысокая, 63 балла. И это хуже на 6,5 баллов, чем у Никиты Шлейхера. Итак, итальянцы. Два подряд. Представитель сквадра Адзуры. Лоренцо Маргалли и затем Джованни Тотчи. В отличие от дам, мужчины-итальянцы последние несколько сезонов выступают очень неудачно. Да и, в принципе, итальянские прыжки в воду показывали хорошие результаты именно за счет представительниц слабого пола. Мы знаем, Таня Каньотта, великолепная олимпийская чемпионка, чемпионка мира. Наоми Батки. Вот, кстати, Джордж Каньотта, это папа Тани Каньотта. Он является сейчас одним из тренеров сборной Италии. Ну, достойный прыжок. Достойный прыжок и сумма 69-75, такая же, как у Шлейхера. И, внимание, Джованни Тотчи. Его первый прыжок с коэффициентом трудности 2,6. Самый низкий коэффициент среди всех финалистов в первом раунде. Хороший наскок, высоко и уверенно. Практически убрал все брызги сейчас Джованни Тотчи. Это солидный парень, парень, который будет биться сейчас за золото. Выполнил он прыжок из передней стойки с разбега. Мощно продавил трамплин, но ушел немножко в сторону и далеко от снаряда. Поэтому оценки не самые высокие. Девяток мы не видим. 58-50 сумма баллов за счет минимального коэффициента. И поэтому пока не высокую позицию занимает Джованни Тотчи. Но я думаю, что по ходу турнира он наберет. Если честно, я даже в этом не сомневаюсь. И два представителя страны альпийской, центр Европы, географический, Швейцария. Дутоит и Сукко. Начинаем с Гильермо. Хороший прыжок из задней стойки. 2,5 оборота вперед в группировке. Прыжок с коэффициентом трудности 3-1. Мы видели сейчас тренера сборной Швейцарии. Вообще в Швейцарии за последние несколько сезонов наметились определенные сдвиги в прыжках в воду. Поскольку директор ФИНА Меркулеску, один из руководителей Международной Федерации, сделал большое дело для швейцарцев. Помогает им, по крайней мере, где-то один раз в 3 месяца. Проводить учебно-тренировочные сборы в Поднебесной, в Китае. А вы знаете, что мировая школа китайцев в прыжках в воду является школой номер один сейчас. Безоговорочно. Они выигрывают общий командный зачет и на мире, и на Олимпийских играх. Так вот, где-то 15-20 дней за 3 месяца регулярно в Китае проводят швейцарцы. И, естественно, эта работа не проходит даром. Вот мы видим, очень сильная женщина является главным тренером сборной Швейцарии. В
второй представитель этой страны сейчас выполнил прыжок. Прыжок из задней стойки назад, полтора оборота, коэффициент трудности 2,3. И прыжок среднего уровня, помноженное на коэффициент, и поэтому невысокий балл за первый раунд у швейцарца, менее 50. И внимание, Джек Ло, олимпийский чемпион в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Я впервые вижу Джека Ло на взрослых соревнованиях на метровом трамплине. Впервые. Но поскольку чемпионат проходит в Британии, поэтому я не удивлен, что Джек Ло решил здесь попробовать себя еще и на новом, очень зрелищном снаряде. Видели мы только что еще и Бенджамина Афре, француза. Чемпион Европы в вышке. Будет здесь выступать Бенджамин Афре, естественно. Итак, Джек Ло, олимпийский чемпион. Сумма 69. И после первого раунда победитель Олимпиады лишь только на третьей позиции. Ну, а возглавляет табель рангов сейчас Никита Шлехер и представитель Италии. 69-75. Джек Ло на третьем месте. Но и у нашего парня есть все шансы побороться здесь за медаль. Итак, второй раунд прыжков. Финал на метровом трамплине. Еще раз напомню, у нас выступает Никита Шлехер. А утром прыгал еще и Егор Лапин из Бузулука. Но, увы, завалил он прыжок третьего класса. Хотя, в принципе, из передней стойки назад 2,5 оборота он хорошо крутит, хорошо делает. Но, видимо, не хватило международного опыта Егору Лапину, и поэтому он не лучшим образом всего лишь на 22,5 балла выполнил прыжок третьего класса, и это ему не позволило пробиться в дюжину сильнейших, пробиться в финал. Чемпионат России в этом виде программы на метровом трамплине выиграл чемпион мира Евгений Кузнецов. Женя выступает за сборную России на этом чемпионате Европы. Он находится в великолепной форме сейчас. Но почему-то Светлана Борисовна Моисеева решила выставить в этой дисциплине Егора Лапина и Никиту Шлейхера. Да, Шлейхер универсал, Шлейхер здорово прыгается в вышке, здорово владеет прыжками с трехметрового трамплина и на метре выступает уверенно. Но всем нам казалось, что именно чемпион России на этом снаряде Кузнецов будет представлять нашу страну здесь на чемпионате Европы. Но таково решение тренерского штаба. Об этом мы узнаем уже после финала, когда поговорим со Светланой Борисовной Моисеевой, с главным тренером нашей команды. Светлана Борисовна очень занята на этом чемпионате Европы. Я напомню, что она и руководит нашей командой, и, помимо прочего, еще является арбитром. Оценки испанца на ваших телеэкранах, но он по-прежнему будет замыкать турнирную таблицу. А тем временем француз на снаряде, Алексис Жондар. Да, француз прыгает высоко, не так легко, довольно-таки тяжело оттолкнулся от снаряда и не под прямым угром вошел в воду.
Оценка за прыжок 58-50 и сумма 114-30. Швед Винка Парадзик. Ну а мы ждем Никиту Шлехера. Никита будет уже следующим прыгать. Никита пока делит первую позицию после стартового раунда. Ой-ой-ой, проблемы были здесь с наскоком у Винка Парадзика. Не совсем попал сейчас он в трамплин, поэтому не удалось ему должным образом оттолкнуться, набрать высоту и совершить нужные технические движения. Поэтому оценки будут минимальны. Даже один из арбитров 2,5 балла поставил, и сумма 92,10. По итогам второго раунда. Итак, внимание, Никита Шлехер. Родился в Ставрополе. Кумиром у него был Евгений Кузнецов. Личный тренер Павел Муякин. И прыжок из передней стойки вперед. Вращение 3,5 оборота. Ах, Никита! Вход в воду не поставил россиянин, увы. Вот мы видели на трибуне, там и Женя Кузнецов, чемпион России на этом снаряде, и Света Тимошинина, мама и личный тренер Юля. Заключительная фаза прыжка, вход в воду нарушена. Оценки абсолютно невысокие, 3-4,5 балла. Ах, тяжело, тяжело будет Никите сейчас бороться за награду. Все-таки очень важный момент в прыжках в воду — абсолютно ровно пройти каждый этап, каждый прыжок, каждый раунд. Напомню, у мужчин 6 раундов. Но это только вторая попытка, так что есть еще все возможности. Если не за золото, то как минимум за медаль побороться точно. Британец Хитли. Джеймс Хитли выполнил прыжок из передней стойки, вращение назад, 2,5 оборота в группировке. И тоже вход в воду не поставил Хитли. Не вертикальный. Под большим углом. Сумма за этот прыжок 66. Лоренцо Маргалия. Итальянец. Напомню, после первого раунда он делил первую позицию с Никитой Шлехером. И его точно такой же прыжок, как и у Никиты, был, но значительно чище. Значительно лучше, эффектнее. Я думаю, что Лоренцо останется на первой позиции. Как минимум в тройке точно будет после второго раунда. В отличие от синхронных прыжков, где в обязательной программе два прыжка с лимитированным коэффициентом трудности 2,0, здесь в финале в индивидуальных прыжках исключительно произвольные прыжки с разнообразным коэффициентом трудности, кто как хочет. Итак, Джованни Тотчи, неоднократный призер чемпионатов Европы, итальянец, визуально, да, он похож на представителя этой южной страны. Прыжок 5-го класса, винтовой прыжок, а я обращу внимание, вот он, отец Тани Каньотто, Джордж Каньотто, доволен выступлением Тотчи. Всегда все-таки 5-й класс, винтовые прыжки на метре смотрятся очень эффектно. Прыжок сложный, с коэффициентом трудности 3,2, из передней стойки 2,5 оборота вперед, согнувшись с одним винтом. И потихонечку Тотчи сейчас будет подбираться к лидерам. На мушкетера похож визуально этот швейцарец. Гийом Дутуа, швейцарец, выполнил свой прыжок с разбега. В положении согнувшись. 2,5 оборота. Коэффициент трудности у этого прыжка 2,6. Но вы знаете, на среднем уровне. Он выполнил 57,2.
Джонатан Сюкко, швейцарец немецкого происхождения. Его прыжок 4 класса из задней стойки вперед. 2,5 оборота в группировке. Коэффициент трудности на 5 десятых больше, чем у предыдущего швейцарца. Долго готовится здесь Джона. Долго готовится, но выполняет прыжок безукоризненно практически. Даже моргнула. Это блондинка, главный тренер сборной Швейцарии. Напомню, что никогда швейцарцы особо не выделялись в прыжках в воду, особенно у мужчин, но вот сейчас произошел резкий сдвиг. Резкая динамика результатов за счет, опять-таки, тренировок в Китае с китайцами. Итак, внимание, любитель английского футбола. Большой фанат футбола, олимпийский чемпион в прыжках в воду Джек Ло и его вторая попытка. Есть помарки, особенно при входе в воду. И борьба за чемпионство будет продолжаться. Почему такие проблемы? Да потому что, ну, должным образом не смог сделать наскок Джек Ло. Не попал должным образом в трамплин. И поэтому, соответственно, все остальные фазы прыжка тоже были нарушены. Оценки не самые высокие. Джек Ло в борьбе за чемпионский титул проигрывает 7 баллов итальянцу. Наш Никита Шлекер, увы, завалил второй прыжок и... В подвале турнира таблицы, но это только пока. Впереди еще 4 раунда. Мы продолжаем наш прямой эфир из Шотландии, город Эдинбург. Родина Вальтера Скотта. И продолжается здесь чемпионат Европы по прыжкам в воду. Стартовал только что 3-й раунд. К сожалению, наш Никита Шлекер невыразительно, неуспешно выполнил второй прыжок. И находится он в турнире таблицы лишь на 11-й позиции. Но мы знаем, насколько сильный психологически Никита Шлекер. И верим, что остальные 4 раунда он пройдет на высшем уровне. Посмотрим. Ну а тем временем поляк, ирландец, вот сейчас испанец. Выполняют свои 3-е прыжки. У ирландца и у испанца это прыжки 5-го класса. Не вертикальный вход в воду. Мы видим, оценки будут невысокие. С передней стойки 2,5 оборота вперед, согнувшись с одним винтом, выполнил испанец. И теперь француз Алексис Жандар. Прыжок 2-го класса из задней стойки. Вращение назад, это очень сложно, да? 2,5 оборота в группировке. И тоже с ходом в воду француз не справился. Пока в целом. Небольшой такой краткий промежуточный итог этого чемпионата Европы. Конечно, многих лидеров нет. А если и есть, как Патрик Хаустинг, мультимедалист мира и Европы, то совсем эти лидеры не в форме. Сегодня Патрик Хаустинг выступал на этом снаряде, на метровом квалификации, и показал абсолютно для себя не чемпионский результат. Патрик Хаустинг лишь 14-м стал в квалификации, и ему не хватило для попадания в финальный запрыг 14 баллов. Хотя в свое время Патрик Хаустинг замечательно выступал и на 3-метровом снаряде, и на 10-метровой вышке, ну и также, все-таки он универсал, Патрик Хаустинг еще и метровым трамплином очень хорошо владел, но завершил после Олимпийских игр 2016 года свою профессиональную карьеру. Вроде бы отдохнул, уже перешел на другую работу, но затем руководители Федерации прыжков в воду Германии попросили Патрика Хаустинга вернуться в сборную. Ладно, об этом чуть позже.
У нас есть свой герой. Никита Шлейхер. Третья попытка. Получше. Получше. Сложный прыжок из задней стойки, вращение назад. 2,5 оборота в группировке. Но на своем среднем уровне выполнил этот прыжок Никита. Главное, что нет двоек, троек и четверок. Главная сумма 64-50. Это пока лучшая сумма у Шлейхера по ходу этого финала. Так потихонечку, по чуть-чуть, я надеюсь, что Никита начнет выкарабкиваться с подвала турнирной таблицы, где оказался, увы, за плохой прыжок первого класса. Но смотрите, всего у нас 6 прыжков. И прыжок каждого класса здесь выполняется. Первого, второго, третьего, четвертого и пятого. Понятно, что прыжки шестого класса, это прыжки со стойки на руках, на трамплине не делаются. Тем временем британец Джеймс Хитли выполнил точно такой же прыжок, но хуже, чем Никита Шлейхер. Очень переживаем за Никиту. И, внимание, лидер наших соревнований Лоренцо Марсалья. Его третья попытка и его первый винтовой прыжок в программе с коэффициентом трудности 3,2. Есть по марке именно при входе в воду. Но в целом по высоте, по амплитуде этот прыжок как минимум призера чемпионата Европы. Мы видим, хорошо оттолкнулся. 2,5 оборота вперед, согнувшись, один винт. Сумма хорошая, 67,2. И еще один представитель сквадра Адзуры. Джованни Тотчи. Ему 23 года. Соответственно, 21 год Марсали. Молодые прыгуны из Италии. И Тотчи выполнит прыжок точно такой же, как несколько минут назад сделал Шлейхер. Постарался погасить вход в воду Тотчи. Не так сильно и мощно он продавил трамплин. Вот хочу отметить, что не такие по антропометрическим данным сильные парни сейчас именно в этом финале. Да, обычно прыгуны на метровом трамплине более такие, знаете, сбитые, крепкие. Ребята продавливают трамплин мощно, практически до воды. Но вот именно в этом финале собрались не такие габаритные парни. Не такие мощные. Итак, два швейцарца. Гийом Дутуа первый. И его прыжок из передней стойки вперед. 3,5 оборота согнувшись. Коэффициент трудности прыжка 3,3. Это самый сложный по коэффициенту прыжок в программе Дутуа. Смотрим. Хороший наскок. Здесь попал в трамплин. Немножко, может быть, ушел в сторону, но довольно-таки близко к снаряду произвел прыжок Дутуа. И для себя набрал относительно высокие баллы. Джонатан Сукко выполнит точно такой же прыжок из передней стойки вперед, вращение 3,5 оборота, но в отличие от Дутуа в положении не согнувшись, а в группировке. Коэффициент трудности на 0,3 меньше. Но за счет чистоты исполнения, я думаю, что Сукко получит достойные оценки. По сравнению с Дутуа, чисто, хорошо, легко и динамично.
Был небольшой переход, но в целом чисто. 57 баллов за этот прыжок получил Сукко. И, внимание, олимпийский чемпион. Джек Ло. Это самый титулованный спортсмен в нашем финале. У него прыжок из передней стойки 1,5 оборота назад с 2,5 винтами. Красивый прыжок. Легкий. И вот мне кажется, Джек Ло от прыжка к прыжку набирает обороты. Чисто 8-ки должен получить британец сейчас. Да, 8-ки и на вторую позицию перемещается олимпийский чемпион. Ну а лидирует пока по-прежнему итальянский прыгун в воду. Лоренцо Марсале 209 баллов почти на его счету. И Никита Шлекер перемещается на 9-ю строчку. Но есть еще шансы побороться за медаль. Так, давайте анализировать. Экватор финала на метровом трамплине позади. Наш россиянин Шлейхер пока на 9-й позиции. 168,75 балла. До 3-й позиции Шлейхеру не хватает 26 баллов. На 3-м месте Гийом Дутуа, швейцарец. 26 баллов, но в теории за 3 попытки, за 3 раунда эти 26 баллов отыграть вполне реально. Опять-таки при условии, если Никита Шлейхер будет достойно на высшем уровне выполнять все свои 3 прыжка. Давайте посмотрим, какие. У Шлейхера впереди 305С и 2 прыжка винтового класса. Суммарный коэффициент сложности у этих прыжков 9,2 у швейцарца Дутуа. Смотрим программу. Суммарный коэффициент последних 3 прыжков 9,4, на 0,2 больше. Ну, посмотрим. Разница в коэффициенте 0,2 может быть не такая большая, поэтому я думаю, что за счет частоты исполнения я очень надеюсь, что Никита Шлейхер подтянется. Пока свои прыжки выполняют поляк, ирландец, испанец. Но это парни из второго десятка европейского метрового трамплина. Поэтому особого внимания мы этим ребятам сейчас не уделяем. Лидирует у нас, еще раз скажу, итальянец Лоренцо Марсале. Как раз таки он уже убежал в турнирной таблице далеко. И я думаю, что золото все-таки... Золото будет определяться в борьбе олимпийского чемпиона Джека Ло и Лоренцо Марсале, итальянца. Посмотрим. Тем временем испанец выполнил свой прыжок из задней стойки. Вращение вперед. 3,5 оборота в группировке. Но для себя испанец выполнил этот прыжок относительно чисто. Были погрешности. Арбитры эти погрешности заметили. Сумма для испанца невысокая. Алексис Жонтар, француз. Его прыжок 3-го класса, коэффициент трудности 3,0. Вращение назад из передней стойки и делает с большими помарками этот прыжок француз.
Но я думаю, что французы здесь делают на этом чемпионате Европы ставку, конечно же, на Бенджамина Афре, на чемпиона Европы. На 10-метровом снаряде, на вышке. Винко Парадзик у нас сейчас на трамплине. Винко Парадзик пока занимает 8-е место. В командах вместе со своей партнершей 5-ми стали шведы. Прыжок из задней стойки, вращение назад, 2,5 оборота в группировке. Много брызг. Набрызгал и не так сильно продавил этот трамплин по рации. Еще раз отмечу, такая тенденция этого финала. Парни не такие атлетичные, как было раньше, да, у других ребят на метровом трамплине. И им чуть-чуть не хватает сил продавить этот снаряд. Вот это прям бросается в глаза. Итак, Никита Шлехер, 4-я попытка россиянина. Из передней стойки вращение назад. Это прыжок 3-го класса. 2,5 оборота. Коэффициент трудности 3,0 у Никита. Но семерки должен получить. Ушел в сторону от трамплина. Это ошибка. Это ошибка для спортсмена. В семерке один арбитр 7,5. Ну, средний уровень для Никиты, к сожалению. Но, друзья, я хочу сказать, даже если сейчас Никита Шлейхер не попадет на пьедестал почета, у него будет блестящая возможность реваншироваться на 10-метровой вышке. Вот там Никита Шлейхер настоящий король. Он дебютировал на чемпионате Европы в составе сборной России в 2014 году в Берлине. И тогда сразу попал в финал. На вышке занял там 5-е место, ну а королем того чемпионата Европы, как вы помните, а кто не помнит, я на... ...место занял. Итак, британец Хитли, ждем оценки, 62 балла, плюс еще 0,7. И, внимание, итальянец, пока что лидер. После 3 раундов Лоренцо Марсалия. Вот интересно, сможет ли итальянец ровно пройти всю программу. 4-й прыжок. Из задней стойки вращения назад. 2,5 оборота, коэффициент трудности 3,0. В группировке и, надо сказать, что делает ошибку. Допускает грубую ошибку сейчас Лоренцо Марсалия. Так что олимпийского чемпиона Джека Ло есть реальный шанс догнать итальянца. Грубая ошибка при входе в воду. Абсолютно не вертикальный вход. Не погашенный вход. И поэтому оценки абсолютно невысокие. Сумма всего лишь 43,5. Джованни Тотчи на трамплине. И его прыжок 3-го класса. Из передней стойки вращения назад. Коэффициент трудности 3,0 у этого прыжка. Разбег, отталкивание. Вполне достойно. Почти все фазы прыжка выполнены хорошо. И вот сейчас Каньотта, старший тренер сборной Италии, мы читаем по губам, говорит «Браво». Действительно, браво. Семерки, восьмерки должен сейчас Тотчи получить. Да, действительно, 8 наивысшая оценка зачеркивается. Не идет в зачет. Напомню, что по правилам наивысшая оценка и меньшая оценка вычеркиваются. Остальные складываются и помножаются на коэффициент трудности. От этого получается балл за прыжок. Итак, Гийом Дутуа, швейцарец. Пока откровение, открытие этого финала. Он после 3-го раунда идет на 3-м месте.
тоже, в принципе, достойно. Достойно выполняет свой четвертый прыжок. Из задней стойки назад 2,5 оборота. Коэффициент трудности у этого прыжка 3,0. Мощно продавил он трамплин. Хорошая высота. Ну, семерки, да, семерки за этот прыжок. Общая сумма 257,7. Еще один представитель страны золота, сыра, шоколада и гор. Джонатан Суккоу. И его прыжок из передней стойки назад. 2,5 оборота в группировке. Есть погрешности, особенно при входе в воду, но тренер довольна. Кстати говоря, этот наставник, наставник сборной Швейцарии, приезжала в том числе и к нам, в Советский Союз, в Россию. Проходила стажировку у Татьяны Максимовны Петрухиной. Так что мы видим, что швейцарцы великолепно выступают. Почему? Именно за счет того, что тренер проходил стажировку и в российской школе прыжков в воду, и сейчас регулярно швейцарцы выезжают в Китай тренироваться. Итак, Джек Ло, олимпийский чемпион, его четвертая попытка. Из задней стойки вперед, 2,5 оборота. В группировке хороший прыжок олимпийского чемпиона. Смотрим, мощное отталкивание, ровные мысочки, ровные колени. Может быть, не до конца он поставил вход в воду, но оценка серьезная. Почти 75 баллов за этот прыжок. И Джек Ло борется, борется с итальянцем за золотую награду. Джек Ло пока первый, швейцарец на второй позиции. И британец Хитли на третьем месте. Шлейхер пока восьмой, но ему не достает до бронзы 20 баллов. Мы вновь в прямом эфире, дамы и господа, из Эдинбурга, Шотландия. И финал на метровом трамплине. Очень интересный снаряд, зрелищный снаряд, да? Представляете, как тяжело продавить этот трамплин для того, чтобы оттолкнуться высоко. Сделать все акробатические этюды и четко поставить вход в воду. Итак, пятый раунд прыжков. Испанец Николя Гарсия Буасье выполнил свой прыжок. До этого испанец занимал 10-ю строчку в турнирной таблице. После 4-го раунда здесь же получит, мне кажется, Николя Гарсия Буасье серьезные баллы. Именно серьезные для себя. Да, 63 за этот прыжок. И это пока для Николя Гарсия Буасье лучший прыжок в сегодняшнем финале. Алексис Жондар, француз. Его пятая попытка.
Ну а мы ждем выступления Никиты Шлейхера. В этом виде программы на метровом трамплине долго первенствовали и представители Финляндии, и представители, в том числе, Франции, кстати говоря. Британцы хорошо прыгают. Долгое время многократным чемпионом Европы, причем подряд на этом снаряде становился представитель Украины Илья Кваша. И вот интересный момент, что ни один представитель Украины сейчас в этом финале на метровом трамплине, а метровый трамплин, еще раз скажу, это вотчина Ильи Кваши и других украинских прыгунов в воду, в том числе Олег Колодий, здорово прыгают с метра. Так вот, ни одного украинца в финале нет. И это большая неожиданность тоже. Напомню, что утром Олег Колодий стал только 18-м, а Патрик Хаустинг, другой известный трамплинист, 14-м. Оба в финал не пробились. Но это ладно. Нам самое главное, как выступит здесь Никита Шлейхер, представитель Казани. Воспитанник Павла Муякина. Его пятый прыжок. Хорошо, хорошо, Никита. Мы продолжаем здесь бороться за медаль. Продолжаем совершать подвиг. Ведь второй прыжок у Шлейхера не получился. Здесь также есть огрехи, небольшие огрехи в полете. Но, тем не менее, вход в воду постарался поставить Никита Шлейхер. Не самые высокие оценки. Никита, соберись, соберись. Есть шансы еще побороться за медаль. 20 баллов до бронзы. Кто знает, как основные конкуренты сейчас будут прыгать. Никита Шлейхер получил 54,4 балла за свой пятый прыжок. Сумма 286. Это винтовой прыжок был в исполнении Шлейхера. И винтовой у него будет также шестым в программе. Коэффициент трудности будет 3,0. У этого прыжка был 3,2. Ну а тем временем точно такой же прыжок выполнил британец Джеймс Хитли. Из передней стойки 2 с полнооборота вперед, согнувшись с одним винтом, и выполнил его Хитли достойно и уверенно. Выдохнем и продолжим работать дальше. Два итальянца открывает Лоренцо Марсали выступление, представитель сквадра Адзуры. Неплохо начал Марсали этот финал. Три прыжка были на высшем уровне. Он долгое время после трех раундов возглавлял турнирную таблицу. Но вот четвертый прыжок и сейчас пятый с помарками у Лоренцо. 63 за этот прыжок и 315-45 по итогам пятого раунда. Сбивает меня немножко Лоренцо своими криками после каждого прыжка. Сложно понять, кого он зовет. Либо это просто эмоции южанина европейского. Джованни Точи, напротив, в отличие от Лоренцо, с каждым прыжком обретает уверенность. И посмотрите, великолепно Джованни опять браво кричит. Каньотто, старший тренер Италии. Великолепный прыжок. 3,5 оборота вперед. В группировке. С разбега. Попал в трамплин. Попал в отскок. И хорошо провел все стадии прыжка. По-моему, впервые, если я не ошибаюсь, спортсмен в этом финале получает девятку. Уровень этого финала, в принципе, средний на самом деле. Практически все прыгуны выполняют средние прыжки по исполнению. Но вот сейчас Джованни Точи делает солидную заявку на попадание по итогам всех прыжков в призовую тройку как минимум. Тем временем еще один претендент на медаль Гийом Дутуа
швейцарец выполнил свой предпоследний прыжок винтового 5-го класса. Сумма 67,2 за этот прыжок. Общая сумма 324,90. Ну и мы будем ждать выступления олимпийского чемпиона Джека Ло. Здесь же пока Джонатан Сукко. Также винтовой прыжок. Из передней стойки 1,5 оборота назад с 2,5 винтами. Какой позитивный тренер у сборной Швейцарии. Всегда улыбается, активно хлопает в ладоши. Хорошая скорость вращения, но есть погрешности в фазе полета. Сумма 66 за этот прыжок и общая сумма 292 балла почти. Итак, Джек Ло. За два раунда до финиша он был на первой позиции. И сейчас выполнит зрелищный прыжок. 3,5 оборота вперед из передней стойки, соответственно, согнувшись. Коэффициент трудности этого прыжка высокий, 3,3. И хорошо его выполняет Джек Ло. Это второй по стоимости коэффициента прыжок в программе олимпийского чемпиона. Четвертый раунд у него был с коэффициентом трудности 3,4, здесь 3,3. Высокие оценки получит сейчас Джек Ло. С учетом коэффициента, я имею в виду. И по-прежнему Джек Ло борется за первый в своей истории титул чемпиона Европы на метровом снаряде. Наш Никита Шлейхер, увы, только 10-й. И начинается завершающий раунд финала на метровом трамплине. Открывает этот раунд уже по традиции поляк. Пока поляк, ирландец выполняет свои прыжки, хочу немножко проанализировать. Итак, еще раз давайте посмотрим. У нас на первой строчке в турнирной таблице британец Джек Ло. Рядышком итальянец, ну не так уж рядышком, 20 баллов практически проигрывает, и швейцарец. 20 баллов за один раунд отыграть вполне реально. Причем разные коэффициенты трудности в завершающей попытке у парней, которые борются за медаль. Ну и я надеюсь, пусть и потерял практически все шансы Никита Шлейхер в борьбе за бронзу, но, тем не менее, отчаиваться нельзя. Нужно довести эту программу до финала. Не расстраиваться. И уже готовиться к следующим дисциплинам и к своей коронке, к вышке. Ирландец завершает свое выступление. 385,5 баллов. И теперь завершающий прыжок испанца. Николя Гарсия Босье. Он был 9-м после 5-го раунда. Увы, 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 но в прыжках в воду у нас пока ни одной золотой награды здесь. Пловцы замечательно выступают на первом общекомандном месте. Синхронистки выиграли все золото, где принимали участие. В прыжках в воду в двух дисциплинах мы были близки к золоту, но каждый раз из-за своих ошибок мы это золото упускали. Николя Гарсия Босье завершает свое выступление. И Алексис Жондар. Он был 11-м после 5-го раунда.
прыжок винтового класса. Полтора оборота назад с двумя с половиной винтами. Прыжок с коэффициентом трудности 3,0. Но в фазе полета было много ошибок. И представляют нам сейчас шведа Винко Парадзик. Он был 12-м, замыкал турнирную таблицу после 5-го раунда. Да, обидно, конечно, за Никиту Шлейхера. Но ничего сейчас не поделаешь. Никита Шлейхер будет следующим выступать. И нужно поставить такую, знаете, жирную, хорошую точку. Показать соперникам, что ты можешь на высшем уровне представлять свою родную страну и можешь прыгать. Вообще, в принципе, универсал. Никита Шлейхер, как я уже сказал, он и владеет трамплином трехметровым, метровым, но все-таки лучше прыгает с вышки. Это его коронная дисциплина. Здесь Шлейхер вместе с Виктором Минибаевым будут бороться за золото, я уверен. Итак, Никита, постарайся. Заключительный прыжок россиянина винтового класса. Хорошо, молодец, Никита. Задача минимум выполнена. Жирную точку он сейчас поставил. Хороший прыжок. Один из лучших у Никиты в сегодняшнем финальном запрыге. Но чуть-чуть не вертикально вошел в воду, но все остальное, и высота, и амплитуда, и скорость вращения были хороши. 63 балла, общая сумма 349.15. Нормально. Нормально, если воспринимать этот финал как разминку для Никиты Шлейхера перед решающими финалами в других дисциплинах, в том числе в индивидуальной дисциплине с 10-метровой вышки. Медали у нас здесь не будет, но ничего страшного. Итак, теперь самое интересное. Распределение наград. Борьба за золото, серебро и бронзу. Открывает эту борьбу британец Джеймс Хитли. И его прыжок 4-го класса. Самый сложный в его программе. Коэффициент трудности этого прыжка 3,4. И вообще, в принципе, хочу отметить, что у Джеймса Хитли самая сложная программа среди всех финалистов. По суммарной базе всех коэффициентов. Общая сумма 391,7. На чемпионате России в этом видео у нас Кузнецов выиграл золото, далее был Лапин и потом Молчанов. Лоренцо Марсалья, итальянец. Прыжок винтового класса. Из передней стойки полтора оборота назад с двумя с половиной винтами. 3,0 коэффициент трудности. Хорошая амплитуда, но ножки разошлись. Вход в воду не погашен. Еще раз напомню, что здесь на метровом трамплине в первую очередь нужна скоростная силовая подготовка. Скоростно-силовые качества должны выходить здесь на первый уровень. 60 баллов ровно получает за завершающий прыжок Лоренцо Марсалья. Ну и Джованни Тотчи. Из задней стойки вперед 2,5 оборота. В группировке претендент на медаль Джованни Тотчи. Концентрация максимальная. Сложный прыжок для трамплиниста именно этой четвертой фазы. Но собрался. Не зря так долго сейчас на трамплине стоял Джованни. Потому что собрался и выдал на гора.
Завершающий прыжок. Скрыт центр трудности 3-1. И задние стоки вперед. Вращение 2,5 оборота в группировке. Оценки будут высокие. Доволен Тотчи. На промежуточную первую позицию вырывается итальянец. И набирает в сумме более чем 400 баллов. Еще один претендент на награды. Гийом Дутуа. Показали нам вновь сейчас Каньотта старшего, отца, тренер сборной Италии. И вполне уверенно на своем высоком среднем уровне выполнил прыжок сейчас Гийом Дутуа. Семерки должен получить. Относительно далеко от трамплина, немножко в сторону унесло Дутуа. Почти 66 баллов за этот прыжок. И третье промежуточное место. Но, скорее всего, Дутуа будет без медали. Пока он только третий. Впереди Сукков и олимпийский чемпион Джек Лоу. Джонатан Сукко, швейцарец немецкого происхождения. Тоже винтовой прыжок и на самом деле очень успешно, очень уверенно. Не зря тренер радуется. Прыжок пятого класса из передней стойки. Посмотрите, 2,5 оборота с одним винтом. Но здесь коленки не выпрямил. Ножки не выпрямил, поэтому оценки невысокие. В фазе полета были допущены ошибки и помарки. Но что же, Джек Ло, вполне могу себе представить, что сейчас мы увидим завершающий прыжок новоиспеченного чемпиона Европы в этом виде программы. Хорошо. Это чемпион Европы. Британец Джек Ло. И таким образом, друзья, подводим короткий итог второго соревновательного дня на чемпионате Европы по прыжкам в воду. Из двух комплектов медалей у сборной Великобритании, у хозяев этого чемпионата, 2 золота. Максимальный 100% результат. И британцы выходят на первое общекомандное место в прыжках в воду. У наших после 2 дней только 2 медали. Серебро от Беляевой и Тимошининой в синхронных прыжках с вышки. И бронза в командных прыжках от Евгения Кузнецова и все той же Юлии Тимошининой. Увы, Никита Шлейхер на метровом трамплине не смог побороться за медаль, поскольку второй прыжок, увы, Никита Шлейхер 3,5 оборота вперед из передней стойки завалил. И 1 грешность из 6 прыжков не позволила россиянину бороться за медаль. В итоге Никита Шлейхер, сейчас мы дождемся официальной таблички, не смог занять призовую позицию. И, я так понимаю, только 10-м стал Никита Шлейхер. Ну, а Джек Ло в своем дебютном моменте, ведь Джек Ло впервые для себя прыгал на соревнованиях на Европе метровый трамплин и сразу занял первое место. Хотя, опять-таки, первые 2 попытки не совсем удачные были у олимпийского чемпиона, у британца. Но затем, потом разошелся Джек Ло и от прыжка к прыжку улучшал свои показатели. Вполне уверенно, практически без вариантов, Джек Ло занял первое место на метровом трамплине впервые в своей богатой карьере. Ну а Никита Шлейхер в итоге только 10-й. На 2-м месте Джованни Тотчи. И на 3-м еще один британец Джеймс Хитли. На этом мы потихонечку завершаем нашу трансляцию. Для вас с большим удовольствием работал Андрей Симонов. Любите прыжки так же, как мы. И любите прыжки больше нас. До встречи!